Сәлем, достар, эфирде ревю бағдарламасы бүгінге көретіндеріңіз. Атақты ағылшындық қорғаушы Сол Кэмпбелл Қайрат Боранбаевты 50 жасымен құттықтады. Қанат Ислам жаңа чемпиондық белбеуін Алматы төрінде жаулап алуға дайын. Бізге келсе атын ауыстырып, қазақ қылып аламыз ғой, күйіп ала қылып. Брэд Питті Қазақстанға шақыртқан келіншекті қолдаушылар табылды. Паралимпиада чемпионының тағы бір қыры. Ғаламтордағы Зульфия Габидулинаның бие дүйім жұртты тәнті етті. Менің сүйікті парақшам. Шоу-бизнес өкілдері кімнің аккаунтын ақтаруға құмар? Қайрат футбол клубының директоры Қайрат Боранбаев өзінің 50 жасқа толған мерейтойын дүркіретіп атап өтті. Басты қонақтардың бірі болып, атақты ағылшынды қорғаушы Сол Кэмпбеллдің өзі келіпті. Алматылық клуб ойыншылары бұл кештен түрлі естелік фотолар салды. Туған күн меймандар қатарында Тоттенхэм, Арсенал, Портсмуттың экс-ойыншылары да болды деседі. Айсултан Назарбаев өзі уәде еткен қазақ футболына қатысты реформасын қысқаша таныстырғандай болды. Футбол синергиясы деп аталған бұл бейнероликте ел футболын қуаттандыратын энергияның ұрланатыны алға тартылады. Яғни бюджет қаржысы футбол инфраструктурасына инвестиция ретінде салынуы тиіс делінген. Қанат Ислам бастаған қазақ боксшылары қазан айының соңында Алматы аренада үлкен бокс кешін өткізбек. Рингте жеңілмеген Жанқош Тұраров пен кәсіпқой бокс дебютанты Жәнібек Әлімханұлы да бой көрсетпек. Әлемдік деңгейлі бокс майданына дайындықтары туралы спортшылар өз аузынан айтып берген болатын. Қазан айының 29-ы күні Алматы аренада үлкен бокс шоуы орын алмақшы. Бұның басты қаһарманы 21 кездесуінің бәрін ұтқан Қанат Ислам. Кәсіпқой боксшы ретіндегі бұл қанаттың елдегі тұңғыш жекпе-жегі. Халқым дейтін батыр ол енді жұртқа шаршалаңдағы барқау қарын паш етпек. Әрбір істе, тілде болсын, спортта болсын, әрбір жерде ұлттық мүддеге кеп тірелу керек дейміз. Әрбір адам сол үшін жұмыс істеуіміз керек деп ойлаймын. Сонда ғана біз өзің ұлтыңа болған, өзің еліңе болған аз да болса қосып кеткен үлесің деп ойлаймын да. Мен кәсіпқой боксқа бірінші күннен келгеннен бері мендегі ой сондай болған. Қанаттың қарсыласы тысқаққан ганалық Патрик Аллоте. Бәске орта салмақтағы WBO тұжырымының интерконтиненталды чемпиондық титулы тігілген. Біз Патриктің тәжірибесі көп екенін білеміз. Сен чемпион болғың келсе, әркіммен айқасуға тиіссің. Тек үздіктермен рингке шық. Бұл өте қызықты кездесу болмақшы. Нельсон қандасымызды келешекте түбі әлем чемпиондығының шыңына шығарсам деген жоспарымен бөлісті. Қанат Ислам болса өз қарсыласына сақ әрі сауатты қимылдап, жиналған жұртқа жақсы бокс сыйлауға дайын. Соңғы 7-8 раундқа қарай қаттырақ жұмыс істеу керек деп жоспарлап отырмыз. Және көбірек алдап оны көбірек оны жұмыс істетуге, оны шаршатуға сондай тактикаларды қазір мен жаттықтырушылармен сөйлесіп жатырмыз. Оның ізбасары Жанқош Тұраров та сол кеште рингке шығады. Жас жұлдыз WBO тұжырымы бойынша Европа чемпионы деген атағы үшін бағын сынайды. Қарсыласы тағы бір ганалық сабас Исаак Аруэ. Жанқош жекпе-жекке арнайы тактика құрмағанын айтады. Мен шынымды айтсам, өзім қарсыластарымның бойын қарап ондай ұнатпаймын. Оны ринг көрсетеді. Мен өзіме дайын болсам болды. Өзіме дайындалып, өзіме сенімді болып шықсам, сол маған жетеді. Сонымен қатар Рио Олимпиадасында сәтсіз өнер көрсеткен әлем және Азия чемпионы Жәнібек Әлімханұлы да кәсіпқой боксқа ауысқан. Ол қанат өнер көрсететін басты кештің андеркартында дебют жасайтын болады. Әлемдік деңгейдегі бокс кешінің ұйымдастырылуы жоғары болады деп отыр. Әлем бойынша Шоутайм деген канал бар. Сол өзі қазір бар жерге көрсетуді өздерін келісімдері олар. Бүкіл әлем көреді. Қазақстанның мына қазіргі шығатын 7 жігітті бүкіл әлемнің бәрі өз бағасын береді. Қандай бізде боксерлар бар екен. Бұлар орысша айтқанда новый волна боксерлар да. Осылайша 7-1 қазақ жігіті ринг төріне шығып ел намысын қорғамақ. Алматылықтар 29 қазанда көптен күткен бокс кешінің куәсі болады. Адима Сейфулла, Серік Ноянбайұлы, Ғани Қалуов, ревю жаңалықтары. Қанат Исламмен қазақ спортындағы хас батырлардың бейнесінде эмодзи ұсынылса, юзерлердің сұранысы басым болары сөзсіз. Әзірге жаңарған iOS 10 жүйесі қазақстандықтар үшін айбала стикерін ұсынып отыр. Ұлттық киімдегі бозбаланың түрлі көңіл-күйдегі кейпі үшін 6 мемлекеттің көп ұлтты командасы еңбектенген. Немоджи деген атауды еншілеген смайлдардың әзірге 21-і ғана қол жетінді. Жақын келешекте ақылы пакетпен де толығатын болады. Бұған қоса Айсәуле есімді ару іске қосылып, Android-елерінің де қолданысына жетеді деп күтілуде.
Қазақша эмодзиді жүктеп үлгермегендер мессенджерлері арқылы алып күшесі Джи-Джи Хадидің видеосын таратуды. Расымен шынашақтайғана подиум ханшайымның зіңгітте жігіттің мұрның бұзғаны кім-кімді де бейжай қалдырмады. Жұдырықтасу өнерін Сәмбике қайдан меңгерді екен? Қарсыластан қаймықпауға Джи-Джи Хадид жылдар бойы машықтанған, сылқым сән әлеміне келмес бұрын бокспен әуестенген екен. Әпкесі Бэйла екеуі жанкүйерлер ортасында қаннен қаперсіз келе жатқан тұста тап беріп, арқалай кеткен жігітті сұлатып түсіруге шамасының жеткені де сондықтан. Таяқтың астында қалған Виталий Сидюкке де сол керек. Талай жұлдызға қырғидай тиюмен танымал украиналық журналист бұл жолда атын шығарғысы келген-ді. Сормаңдай Сидюк Гай Ричи мен Дэвид Бэкхэмге жолай көрме. Күшатасын танымас, опық жеп қаларсың. Қос сері шыныққан шымыр денес арқылы соғыс ардагерлеріне жұрт назарын аудартуға бел буған. Әуелі әуе кемесінде Гай аяқтоп шеберінен 22 күнде 22 реттен жерден кеудені көтеріп жаттығу жасауға шақырған болатын. Бэкхэм эстафетаны қабыл алып жеке ұшағында шеберлігін көрсетті. Келесі кезекті Бруклин мен Джастин Таруге жолдағанда тұңғышының есебі көп күттірмеді. Ал Дженнифер Энистонның әлінсіз. Мұндай жаттығуларды үздіксіз жасауда еш қиналмайтын Настасия Самбурскаяның тағы бір қыры таң қалдырды. Универдің сылқымы бұл-бұл дауысты әнші екен. Дебюті «Плохие мальчики» туындысымен басталған шығармашылығын актриса 15-ші қазанда таныстырмақ. Карл Лагерфельд пен Сильвия Вентурини тың топтамасын Миланда таныстырып үлгерді. Фэнди-дің луктарын шықсыз елестете алмайтын сән қойларға тосын сый. Алдағы маусымда аң терісінен тігілген киім жайлы ұмытыңыз. Езесіне оның орнын қауырсын алмастырады, дейді Прада сән үйі. Адема Сейфула, Реве жаңалықтары. Милан сән сахнасы отандық механикал пианоға да 2005 жылы бұйырғанды. Брендтің негізін қалаушы Айгүл Қуандықова мен Нұрлан Төрехановтың әлемдік фэшн өндіріске жасаған тағы бір қадамына кеше мәскеуліктер баға берді. Эвелина Хромченко, Ирина Хакамада, Ольга Свибловалар алдында тың топтамасын таныстырған ерлі-зайыпты сән қойлардың ықыласына бөленді. Біздің сән қойларға дәл қазір Брэд Питті Қазақстанға қоныс аударту аса маңызды болып тұр. Тіпті соғымға тойдырып, саумалмен бағамын деушілер де табылып жатыр. Анджелина Джолиді де елге ертіп келіп, бірге бақытты ғұмыр кешуге дәмелі серілер жоқ емес. Жұлдыздарға жолданған толассыз хаттың астары қандай? Алматыға кел, менің жиендерім көп. Элиталы аудандардың бірінен үй сатып алып бала асыраймыз. Энджиге хат жазып, елге келуін тілеген Нұрлан Брэд Питке қарағанда үлгілі әке боларына сендіреді. Алты баласына қаһарын көрсетіп, тіпті күш қолданды деп айып тағылған актердің ісін енді ФБР-дің машаммен қарайтыны рас болса, екі перзент тәрбиелеп отырған Рахымбаев оның қасында расымен алтын жігіт. Тіпті Қыдырәлі мен Қарақаттың өзі бізге қызғанышпен қарайтын болады деп актрисаға жалбарынған блогерді сүйген жар ның бары да толғандырмаған. Дегенмен Нұрлан бұл ойдан шығарылған Бека есімді кейіпкердің атынан жазылған пікір дейді. Құлазытатын еңсеңде түсіретін ақпараттар толып кеткен тұста елдің көңілі бір сейілсін деген етпен жазған болатымын. Мақсатым орындалған сында. Блогтарымды оқып қызығушылық танытқан жандардың саны артты. Гүлнар Аханованың да осы мазмұндас хатын оқыған соң Рақымбаев та сарказмға толы жазбасын ұсынуға бел буған. Сылқым Брэд Питтің жағынан шығып серіге тұрмысқа шығуды көздегенді. Тіпті екеуінің бақытын баянды ететін Нұркент атты шаһарда тұруды армандады. Тележүргізушінің ойы Мұхаббат Сәбидің де оң жамбасынан келген болу керек. Ол да таяуда бойдақтықпен қайта қауышатын жұлдызды еншілеуді ұйғарған. Тек бұл бикештердің батылдығы Фейсбуктің аясында ғана. Олар ел алдына шығудан жүрексінеді. Дегенмен батырлық танытса қолдаушылары да дайын. Бізге келсе атын ауыстырып қазақ қылып аламыз ғой. Күйеу бала қылып. Бақытты болсын әйтеуір. Бредушка, я помню даже, бредушка деп айтқан болатын. Жалпы айтарым, рахмет, өйткені көңіл күйімді көтерген болатын. Бредушка, сіз келсеңіз құшақ жая қарсы алатын арулар жетіп артылады. Брэд Питт, Қазақстанға келіңіз, бізде Қазақстанда өте көп сұлу қыздар бар. Менің махаббатым болған еді. Келе бер. Алты баласымен бір шаһарды жылдар бойы асырауға жететін қазынасын бөлісе алмай жатқанымен, Брэд Энджиді әлі де сүйетінін мойындады. Үмітсіз шайтан. Адема Сейфулла, Рыспай Ақыш, Реве жаңалықтары. Бұл ревю бағдарламасы біз әрі қарай жалғастырамыз. Паралимпиада ойындарының алтын егері Зульфия Габидуллина ерекше өнерімен дүйім жұртты тәнті етті.
спортшыларымыздың құрметіне арналған салтанатты кеште чемпион бидің түбін түріп, жиналған жұрттың ризашылығына бөленген. Бұл видеоны Ұлттық паралимпиада комитетінің менеджері Ерік Ильясов өзінің инстапарақшасына жүктепті. Ал көтеріңкі көңіл күйдегі Зульфияның бұл қылығына желі қолданушылары жағымды пікірлерін жарыса жазуда. Супер спортшы! Ай, жарайсыз, біз сізбен мақтанамыз! Бейіңіз жарасымды, жарайсыз! Қазақ әнінің ырғағында тербелген Зульфия Maroon 5 тобының тректерін тыңдаса да бидің түбін түсіретін тәрізді. Бірақ аталмыш ұжым жоспарланған концертті кейінге шегерген. Оған топ солисі Адам Левиннің жұбайының жүктілігі себеп болса керек. Көп ұзамай әншіме модельдің шаңырағында қыз бала дүние келді. Ал кейінге қалған концерт жайлы Адам өзінің парақшасында хабарлаған. Құрметті тыңдармандар, концерттік турнені кейінге шегеруімізге отбасылы жағдай себеп болып отыр. Жүкті жұбайымның қасында болуым қажет. Бірақ сіздермен міндетті түрде қауышатын боламыз. Түсіністік танытқандарыңызға рахмет. Концерттің күнін белгілеп, көшеде афишалар, билеттер де сатылымда. Бірақ өнер иесінің жеке өмірінде өзгеріс орын алды делік. Дәл осындай жағдайда қазақстандық әншілер қаншалықты гастрольдік сапардан бас тартады. Концерттен бас тарту деген ол дұрыс емес. Екі ақ адам билет алатын болса, сол екі адамның алдында 200 адам отырғандай біз концерт беруге дайынбыз. Ол концерттен бас тарту үшін тек қана өлім болу керек. Құдай сақтасын. Ұшақ ұшпай қалса мысалға, оның барлығын көрсетіп, білдіріп дегендей. Сол күні сол қалаға жете алмай қалса, сонда кезде бас тартуға болады. Бас тартқанның өзінде қоймай кету емес, басқа күнге ауыстырып дегендей сондай болуы мүмкін. Ауырып қалады әртіс. Сол сәтте мүмкін болмай қалар. Тағы да одан басқан себептер көп қой, әртүрлі себеп болады. Жеке өзінің өміріне байланысты бір қайғылы оқиғалар, қайғылы бір жағдайларға байланысты болып қалуы мүмкін. Осылайша отандық әншілер белгіленген концертті кестені өзгертуге құлқы жоқ. Олар тағатсыздана күткен тыңдармандарын өнерлерімен қуантуға әзір екендерін жеткізді. Серікқазы Аязбаев, Рысбай Ақыш, Ревью жаңалықтары. Ал бүгінде әншілер қауымы әлеуметтік желі тыңдарманға жаңалықты дер кезінде жеткізудің таптырмас жолы деп отыр. Кез келген жерде телефонға телміріп, бір-бірінің аккаунтын ақтаруға құштар шоу-бизнес өкілдері бұл жолы сүйікті парақшаларын жария етті. Сіздің сүйікті парақшаңыз. Бұл сауалды отандық шоу-бизнес өкілдеріне жолдап көрдік. Мәселен, Серік үшін жұлдызын жаққан жанның барлық жазбасы мағыналы. Сондықтан әнші барша оқырмандарына Алтынбек Рахметовтің инстасын парақтауға кеңес береді. Өзім продюсерім Алтынбек Рахметов ағамыздың әр жазған посты жақсы, мағыналы мәнді сөздермен. Сондықтан өздеріңізді көріп барсаңыз да болады. Кәдімгідей бір жақсы ой астына қалыптасатын әңгімелер салады және жазады. Саған қалай айталам, айтпай қалай жайтабам. Бұл топты өнерпаздардың басым көпшілігі сынғалса да 91-дің күнделікті өмірі әріптестеріне қызық болып шықты. Мысалы, Айдарбек Рысбек бүгінде 91-ның аккаунтын ақтармаса көңілі көншімейдің көрінеді. Дүркіретіп жүрген группалардың арасынан 91-ды айтуға болады. Жұмыстарына қарап, қалай істеп жатқан істеріне жаңағыдай концерт беріп жатады. Фан встреча ғой, кездесу жасайды. Соның барлығы енді қызық. Ал доминолық Закер үшін Алдабай тобындағы әншілердің әр посты қызық. Данияр мен Шоқан желіге жазба жүктей қалса, Зак бар жұмысты шетке сырып, жаңалықтарын қалт жібермей оқиды. Себебі мен олардың әндерін тыңдап өскен жастардың бірімін. Маған топтағы жігіттердің шығармашылығы мен киім кию стилі ұнайды. Сондықтан Данияр мен Шоқанның аккаунтын әрдайым қадағалап отырамын. Ал алаулық жігіттер өнердегі ағаларынан әрдайым өнеге алуға құштар. Алия Кап, Файхан, Серік Ибрагимов, тағы қандай топтар бар? Музарт, Сәкен ағамыз. Сәкен ағамыз мысалға алатын болсақ, оның жағы халыққа берер жағы Инстаграмға салған кезде неше түрлі бір ақылды бір кеңестер бар. Сурет, репост, коммент, лайк. Қарапайым қараша үшін өмірінің әр сәтін жариялайтын жұлдыз Инстаграмның гуруы. Сондықтан ойды електен өткізіп, жанға жайлы жазба жариялауды мақсат тұтыңыз. Серікқазы Аязбаев, Рысбай Ақыш, Ревью жаңалықтары. Достар, бүгінгі келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Демалыстарыңыз сәтті өтсін, және сөз кезегін өзімнің әріптесім Луинаға беремін. Спасибо, Таукель. Ну а мы начинаем. Учимся на ошибках и изучаем тело Сабины Алтынбековой. Команда незрячих алматинцев отправилась в велопробег в Астану. Айсултан Назарбаев сравнил казахстанский футбол с бесполезной запчастью. Ревью разыгрывает билеты на сольник Лободы в Алматы.
Айсултан Назарбаев несколько часов назад поделился своей гениальной мыслью, как поднять с колен казахстанский футбол. Для этого он сравнил все профессиональные клубы с аккумулятором. Чтобы игроки на поле бегали эффективнее, их просто нужно зарядить. Тем самым шустрые футболисты своей красивой игрой поднимают дух болельщиков. А в роли зарядного устройства выступил госбюджет. И если вилку неправильно воткнуть, то энергия уйдет в никуда, что частенько случается. Это снова ведет к росту болельщиков и массового футбола. Полный аккумулятор массового футбола обеспечивает еще один государственный интерес. Это физически и нравственно здоровая нация. Батарея государственных интересов возвращает энергию в сеть. Такая сложная цепь и создает футбольный аккумулятор, в котором есть 5 батарей. И если в такой физике как следует не разобраться, то короткие замыкания станут явлением постоянным. 29 октября казахстанский боксер Канат Ислам сразится со спортсменом из Ганы Патриком Алатеем, на счету которого 34 победы. В преддверии важного боя Канат встретился с журналистами. Канат Ислам выйдет на ринг с ганцем на боксерском вечере, который пройдет в Алматы. Для казахстанского файтера это будет 22-й поединок. И помните, ни одного поражения. Впрочем, соперник у него будет куда опытнее. Впервые провожу бой в своей стране. Это большая ответственность для меня. Мой противник очень сильный. Он провел 36 боев, из которых 28 выиграл нокаутом. Мы понимаем, что у Патрика больше опыта. Ты должен биться с каждым, если хочешь быть чемпионом. Дерись только с лучшими. Это будет очень интересный бой. Нельсон Лопес, кстати, серьезно настроен сделать из Каната чемпиона мира. По словам Ислама, он уже изучил несколько боев Патрика и понял его манеру сражения. Так что он знает, что надо делать с иностранным боксером, чтобы вытеснить его из топ-15. Он легко двигается на ринге. Я не буду его пугать в первых же раундах сильными ударами. Я начну постепенно, хочу дотянуть до 8-го раунда. Нужно его сперва вымотать. Победитель боя получит титул чемпиона суперсредней весовой категории по версии WBO и титул интерконтинентального чемпиона по версии IBO. Канат Ислам также должен защитить титул чемпиона американского континента по версии WBA Федолатин. А пока он спаррингуется с Жанкошем Тураровым и Жанибеком Алимханулы, которые также выйдут 29-го на ринг. Первый будет бороться за чемпионский титул по версии WBO Европен с Исаком Аруэ, который тоже прилетит из Ганы. Я не люблю изучать бои своих соперников. Все покажет ринг. Самое главное, я готов. Жанибек Алимханулы, представлявший Казахстан на играх в Рио, проведет свой первый бой в профессионалах. Напомним, спортсмен проиграл на 3-м раунде в четвертьфинале Олимпиады. С одной стороны, большой риск, потому что соперник очень опытный. 49 боев провел он. А Жанибек пришел, как бы, приходит с любительского бокса, молодой парень, но при этом, несмотря на свой возраст, Жанибек один из самых опытных боксеров, я могу сказать, мира. Итог такой. 29-го будет очень красивый зрелищный бокс. Если Канату Исламу удастся побить Алатея, он войдет в тройку сильнейших боксеров в рейтинге WBC, а это уже позволит ему в любое время претендовать на титул чемпиона. И после Алматы он рванет в Штаты на новый поединок. Виолетта Тельманова, Гани Калуов, Ревю. Сегодня был дан старт особенному велопробегу. Группа незрячих и слабовидящих алматинцев решила преодолеть расстояние в 1200 километров, чтобы показать, что их возможности самые безграничные. Доброе утро. Прошу, проходите. Этого парня зовут Ильяс. Ему 22 года. Сегодня он встал в 5 утра, а все потому, что уже в 8 ему надо было стартовать на велопробеге. За такой маршрут он решил взяться после того, как проехал на двухколесном от Алматы до Талдыкоргана. Эта поездка мне дала очень многое. Когда был второй день пути, оставалось буквально 40 километров, я сел, сказал ребятам: все, я не могу, я устал. Они подъехали ко мне и говорят: давай, ты сможешь. Тебе осталось всего 5% пути. Это как с закрытыми глазами на велосипеде ехать, да? Тут полностью доверяешь своему пилоту. Пилот, кстати, с позаранку уже у него дома. Путь до старта тоже на велосипеде. За чашкой чая Ильяс рассказал, что потерял зрение 6 лет назад после операции по отслойке сетчатки. Но, несмотря на это, он студент 4-го курса, работает в нескольких местах и преподает в университете. На самом деле это не так сложно, не так трудно, как кажется. Все преодолимо в нашей жизни. Была бы только воля и желание. Занимаюсь спортом уже лет 7. Это плавание, легкая атлетика. Все это полностью поддерживает его мама. Правда, пока ее сын доберется до Астаны, она будет сидеть на валерьянке. Сама себя успокаиваю. Конечно, внутри это вообще... У меня каждая клетка, мне кажется, вот
переживается за это. Жанбулат для Ильяса – незаменимый помощник в дороге. Заранее говорить, что есть ветки, наклоняйся там, тормозим, поехали. Начинаем получше друг друга понимать, ну, уже без слов. Пока оба педалили до места старта, туда же подъехали другие не менее отважные люди, которые готовы провести в дороге около 10 дней. Страха нет. У нас такой девиз – страха нет. Мы делаем все, что мы можем, а все остальное – это воля Божия. Да? В велопробеге, который назвали «Две столицы», участвуют 9 человек. Из них двое незрячих, которые поехали в тандеме с пилотами, 4 слабовидящих и 3 сопровождающих. Инициатор и капитан команды по совместительству тоже рванул до севера. У него, к слову, всего 7% зрения. 3 машины сопровождения. Это в них будут палатки, спальные мешки, потому что мы будем ночевать, вот, нужно сказать, в спартанских условиях. Служба дорожной полиции будет сопровождать на протяжении всего маршрута. Эдакая подстраховка. В следующем году Бахтияр надеется устроить такое мероприятие уже на областном, а если повезет, на республиканском уровне. Что ж, сперва этой группе нужно удачно добраться до пункта, чего мы и желаем. Виолетта Тельманова, Руслан Хасанов, новости Ревью. В семье знаменитых дрессировщиков Запашных случилось горе. На 79-м году ушел из жизни знаменитый артист цирка Мстислав Запашный. Дрессировщика не стало, когда он находился в Сочи. Причиной смерти легенды российского и советского цирка стала остановка сердца после продолжительной болезни. В ближайшее время тело артиста привезут в Москву, где состоится прощание, а затем похороны. Впервые Мстислав вышел на арену цирка в возрасте 5 лет. Дрессировщик животных и режиссер-постановщик неоднократно был удостоен высших наград. Брэда Питта обвиняют в жестоком обращении с детьми. Этим вопросом уже заинтересовалась ФБР. В Калифорнийскую службу по защите прав детей поступило анонимное сообщение. Свидетель скандала на борту самолета, в котором летела семья Питт, Джоли, утверждает, что актер кричал на своих голливудских чат и применял физическое насилие. Судя по всему, это и стало последней каплей для Джоли. Ранее сообщалось, что и полиция Лос-Анджелеса ведет расследование по этому делу, но позже информацию опровергли. Ким Кардашьян хочет стать юристом и начать жить нормальной жизнью. Звезда реалити-шоу решила пойти по стопам отца, Роберта Кардашьян, который является доктором юриспруденции. Супруга Канье Уэста думает поступить в академию, как только появится время. Но прежде ей необходимо отучиться в колледже, ведь ее образование ограничилось лишь римско-католической школой для девочек. Ким также надеется, что и у ее детей будет сильная тяга к знаниям. А звезда сериала «Универ» Настасья Самбурская запела, удивив тем самым 7 миллионов своих подписчиков в Инстаграме. Актриса выложила ролик из звукозаписывающей студии, где вместе с композитором Виктором Дробышем работает над созданием песни. Поклонники Настасьи пришли в восторг от ее нового увлечения. Скарлетт Йоханссон точно не до вокала. Она возглавляет отдел по борьбе с киберпреступниками и ищет таинственного хакера, который вмешивается в международную политику. В сети появились первые кадры из фантастического фильма «Призрак в доспехах», где актриса играет героиню культового японского комикса майора Мотоко Кусанаги. На большие экраны фантастика выйдет в марте 2017 года. Отметим, что продюсеры картины подверглись критике за то, что на роль азиатской девушки выбрали именно Скарлетт. Яна Пучкова, Лимара Удасова, новости Ревью. Мы читали, мы писали. В итоге устали и ученики, и родители. Даже учителям приходится закрывать глаза на странности, что вобрали в себя страницы учебников. Нравится ли Сабина Алтынбекова семиклассникам и как учить стихи без рифмы в сюжете Юрия Беликова? Я видел море, что волнами берег ласкает, и солнце взошедшее над ним. О, ветер, что тепло по земле распыляет. Магистраль, два кузнечика и улыбчивый мим. Вот такое вот стихотворение без смысла, сочиненное экспромтом за 10 секунд. Может быть, точно так же и пишутся учебники для казахстанских учеников. Эту девушку зовут Зайнура. Ее сын ходит во второй класс, и порой ему приходится учить стихи, которые не имеют рифмы. Нам задали стих. Ну, мы, как всегда, учим за полчаса. В итоге открываем стих, но там совсем не стих. Там набор слов, начиналось все с природы, закончилось матерью, родиной, Казахстан. Вот, мы до сих пор его не выучили. Я не знаю даже, как учить его. Но это не единственная проблема, таящаяся в казахстанских учебниках. То, что творится на страницах казахстанских учебников, это полный сумбур, это полный беспредел. То есть мы можем наблюдать
страницы, одинаково идущие друг за другом. Мы можем наблюдать абсолютно нерифмованные стишки. Молодая мама согласилась нам почитать одно из произведений. О, природа, ты жизнь, чистая и прекрасная, ты солнце, восходящее из-за гор, ты озеро, ты лес, ты соловей, поющим людям о красоте мира, ты земля, ты свет. Ты человек. Конечно, слова очень красивые и таят в себе огромный смысл, прививают патриотизм, любовь к родине и природе. Но довольно сложно, особенно для человека, который пошел во второй класс. Учим эти стихи, там, допустим, не на следующее занятие, а в течение 2-3 занятий. Но учиться надо, даже если находишь вдруг опечатку. В учебниках бывают какие-нибудь ошибки, встречаются сложные, непонятные? Да, встречаются. Ну, там слова иногда все время с двойными буквами. Ну, в каких-то вместо РФ написано, в каких-то вместо ЛА. Сегодня также изучаются пропорции тела волейболистки Сабины Алтынбековой. И такие слова, как фолловер и няшка. Это нормально, мне нравится Алтынбекова. Мнения разделяются. Не знаю, чем могут пригодиться, к примеру, да, там, в будущем знания моей дочки, там, размер ноги, размер роста Сабины, нашей этой волейболистки, как ее там, Алтынбаевой, да, то есть совсем непонятен мне уровень той подаваемой информации, постоянные опечатки, то есть, к примеру, такие сленговые выражения, как няшка и прочее, прочее. Может быть, это новейший и креативный подход для продвижения родственников? Ведь один из авторов учебника имеет такую же фамилию, как у Сабины, Алтынбекова. Это простое совпадение. А люди продолжают учиться на своих и на чужих ошибках, в прямом и переносном смыслах. Юрий Беликов, Никита Хасанов, Юлдаш Худайберген, Новости Ревю. Продолжаем выпуск. Неделя моды – это не только показы от именитых кутюрье, но и скандалы. В центре событий сейчас красотка Джиджи Хадид. Во-первых, на топ-модель напали журналисты. Во-вторых, девушка вдруг решила засветить свои прелести на весь Милан. Инцидент произошел после показа коллекции от бренда Max Mara. Сестры Хадид выходили из павильона, где проходило фэшн-шоу. Обеим не давали покоя поклонники, не прекращая делать с моделями селфи. Красотки не успели дойти до авто, как Джиджи схватил неизвестный. Но знаете, та не пропадет. Девушка ударила мужчину несколько раз локтем по лицу и разгорячилась так, что ее сдерживали только секьюрити. Нападавшим оказался скандально известный украинский журналист. А после полученного адреналина Хадид продемонстрировала свой бюст всему Милану, а точнее гостям фэшн-шоу от Fendi. Думаете, гламурная публика успела оценить коллекцию Сильвии Вентурини, когда весь мир обсуждает со всего показа только грудь американской модели? Трэша добавил креативный директор Moschino Джереми Скотт. Парень впал в детство и не на шутку разыгрался при создании коллекции. Практически все детали образов с застежками, на которые крепилась одежда для вырезанных кукол. Вещи, кстати, тоже были обманками. Новую фантазию Скотта демонстрировали Ирина Шейк и, о боже, снова сестры Хадид. У Прада показ прошел более сдержанно, хотя в самой коллекции Миуча тоже пошалила. Дизайнер запала на перья. Их можно увидеть как на платьях, юбках, пальто, топах, рукавах и даже обуви. В тренде, по ее мнению, следующим летом – клетка. Причем ограничивать как в количестве цвета, так и самого принта себя не нужно вообще. Дополнить всю эту красоту может массивное ожерелье с камнями, чтобы все видели, что вы тот самый дьявол, который носит Прада. Виолетта Тельманова, Ревью. Йен Саммерхольдер, Арнольд Шварценеггер, Жизель Бунхен и другие сливки общества будут покруче Гринписа. Голливудские звезды объединились и стали решать глобальные экологические проблемы. Ученые умы такой подмоги оказались только рады. А вдруг Мэтт Дэймон сможет остановить глобальное потепление? Речь идет о проекте в виде мини-сериала «Годы опасной жизни», где знаменитости заделались звездными корреспондентами. По случаю выхода нового сезона собрались все медиа-спасатели для сочной презентации. Селебы в каждом выпуске получают задание изучить ту или иную глобальную экологическую катастрофу. Шварценеггеру, например, пришлось надеть каску с комбинезоном и отправиться тушить лесные пожары. Когда я был губернатором Калифорнии, я поневоле изучил всю статистику таких происшествий. Поэтому я решительно взял в руки шланг с водой и тушил пожары. А химические загрязнения? В год почти 7 миллионов человек умирает от этого. Поэтому в сериале я вас призываю, давайте, мы сможем все исправить. Вампир Дэймон в лице Йена Саммерхолдера ночами не спит, а все думает о глобальном потеплении и нерациональном использовании еды.
Меня это волнует с тех пор, как я своими глазами увидел, сколько мы жрем, а не едим. Просто горы мусора вырастают лишь от одной семьи в год. А если посчитать со всех людей, ребята, едите в меру. Это реальная угроза экологии. Под руководством Джеймса Кэмерона в новом сезоне Мэтт Дэймон будет изучать тепловые волны на планете, Харрисон Форд изучит выбросы углекислого газа, а Америка Феррера узнает о проблемах в сфере ветровой и солнечной энергии. Кстати, рейтинги у программы просто зашкаливают. Голливудские звезды создали такой мощный резонанс в обществе, что планета, похоже, на них и держится. Яна Пучкова, Новости Ревью. Наши люди, кстати, оказались ничем не хуже голливудских знаменитостей. Семейный отдых в горах для нас уже стал мейнстримом. Правда, теперь вместо еды и бадминтона люди берут с собой мусорные пакеты, чтобы очистить вершины от свинства. Присоединяйтесь, друзья. Когда и где встречаемся, расскажет Яна Пучкова. Похоже, это уже стало правилом оставлять после себя элементы недавнего релакса, будь то бутылки, тарелки или что-то из личного пользования. Хотя мало кто из таких нахалов задумывается, что их мусор на следующий день придут убирать как взрослые, так и дети. Команда активистов с чистыми намерениями собирается всегда разная, ведь это не официальная организация, а лишь добровольцы. В прошлом году мы с коллегами ходили в горы и просто увидели, что очень много мусора. Когда мы возвращались назад, то мы решили совместить приятное с полезным. Но почему бы нас много, просто взять и не собрать мусор. А после через пару постов в соцсетях о таких похождениях уже другие подписчики стали проявлять инициативу присоединиться. На сегодня это целое сообщество. Хотите стать частью команды? Дерзайте. У нас добровольное движение «За чистый мир», который называется «Тазалия». Это группа в Фейсбуке. У нас ходят дети. Ходят дети 3 лет. И детям очень легко, на самом деле, объяснить, легче, чем взрослым, что нужно убрать за собой мусор. На пластиковое. У меня это порадовало, то, что я поучаствовала в этом, типа флешмобе, потому что я за чистый мир. Думаю, 10 кг, может больше. Локации уборки у добровольцев всегда разные. Активисты стараются выездную чистку природы совершать на каждых уикендах. Если вы захотели присоединиться, то вступайте в группу в Фейсбуке с адресом «Таза Алем». Анонсы уборок публикуют заранее, а также организаторы предоставляют все условия, чтобы добраться до грязных дел. Ведь выходные нужно проводить с чистыми помыслами. Яна Пучкова, Гани Калуф, Новости Ревью. А в Париже на улицах района Море 80-летняя Лиселот Нильсен незаконно разрисовывает стены. Женщина является, пожалуй, самой старой художницей стрит-арт-искусства. Но себя таковой бабушка-граффитист, естественно, не считает. Нет, почему я слишком старая для этого? Можно делать все, что угодно в любом возрасте, если можешь передвигаться. Мне кажется, это провокационно и интересно. Ее увлечение поддерживают внуки, которые также являются граффитистами. Однако после публикации этого видео в интернете полиция запретила Лиселот заниматься уличным искусством. Но нам кажется, что озорную старушку это никак не остановит. В России Федерация практической стрельбы балуется огнестрельным оружием. Президент Федерации Виталий Крючин сыграл оду радости Бетховена и дворовую песню «Мурка» с помощью 2 пистолетов «Глок», стреляя по металлическим пластинам, которые издают звуки разной высоты. Новому музыкальному инструменту даже дали название «Глокофон». Ну что ж, друзья, уже послезавтра Светлана Лобода выйдет на сцену Алматинского дворца студентов, чтобы представить вам новое шоу. Ну, невозможно, невозможно. Певица обязательно исполнит полюбившиеся всеми хиты. Если вы считаете, что это событие не должно состояться без вас, тогда, внимание, вопрос. Как зовут дочку исполнительницы? +7 727 244 8833. Звоните, если знаете имя этого ангелочка. Это была программа «Ревью». Смотрите нас по будням в 19:25. Хороших вам выходных. Пока-пока. Одежду ведущим предоставил интернет-магазин «La Moda». Имидж-партнер программы – лаборатория красоты «Beauty Lab».